минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта поступил вопрос от нашего телезрителя. Я одолжил деньги по расписке. Долг не вернули. Можно ли взыскать долг через нотариуса? Поможет разобраться с ситуацией эксперт программы нотариус Гомельского нотариального округа Елена Харланова. Елена Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Нотариус совершает исполнительные надписи на основании перечня документов, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 года номер 1737. И согласно этого нормативного акта невозможно взыскать долг на основании такого документа, как расписка. Расписка – это одна из форм договора займа. То есть это простая письменная форма договора займа денег, по которой удостоверяется факт о том, что заимодавец передал заемщику определенную денежную сумму. Но согласно этого же перечня документов можно взыскать долг на основании нотариально удостоверенной сделки, в которой содержится обязательство по уплате денежных средств. Для этого нотариусу необходимо представить договор, на основании которого возникло обязательство, его копия, либо дубликат. Исключение составляет договор займа денег. Исполнительная надпись совершается на оригинальном экземпляре договора займа, удостоверенного у нотариуса. Если вы хотите взыскивать в бесспорном порядке долг с должника, если вы не хотите тратить силы, нервы и время на судебные тяжбы, если вы хотите сэкономить материальную составляющую свою, то вам необходимо обращаться к нотариусу за нотариальным удостоверением договора займа денег. Тогда вы сможете смело обращаться с этим договором за совершением исполнительной надписи у нотариуса. Спасибо, Елена Григорьевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.